не всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сегодня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководимыми мыслями и чувствами, во всех непредвиденных